Вы здесь музыку поставите по триллеру. Простите, девчонки. Просто идем мимо и прям мимо. А такси сколько до вокзала? Такси до вокзала сколько будет у вас? Вы не такси? Я тут написано смотрю такси. Здрасте. Здрасте, а вы работаете? Таксуете? Не таксуете? А что, написано же такси. Ну вот. А вы такси? Что? У вас просто написано? Извините, а даже до вокзала сколько такси будет стоить? Ребят, все, мы четвертый уже подходим. Чего вы взяли, что здесь написано? Написано, что такси. Второй-то рабочий вы, да? Нет, покажите мне, где написано такси. Да вот написано. Где написано? Вот что. Друзья, вы на канале Адам Тест, а сзади записывает начало Денис Чернов. И мы, короче, в городе Курск, это Степа, но это всем, в принципе, не так важно. Я это важен, бля, пиздец, больше всех. И мы, на самом деле, с друзьями снимаем пранк. Тут еще он Вова, борода, и какой-то мужик рядом с ним стоит. Дэн всегда все, как обычно, перекрывает, но у него деньги есть, поэтому мы никогда не против. Сейчас будет ролик, мы не будем ничего объяснять, просто поехали, подпишитесь, ну, это будет ништяк. Дэн, зачем? Член? Зачем? Окей.
Этот курьер как сиганул бегом. А что за YouTube? Что за канал? Саня. Будет на канал. Нет, будет на канал Адам Тест. И Чернов. У тебя тоже нет. Ну, у меня на Рутубе. Да, на YouTube канале Адам Тест будет. Адам Тест. Я думал, что это что-то. Вот двое. Все. Угадайте, что вот это такое? Что это за таблица? А на самом деле это таблица персонажей, которые есть в моей новой книге, которая выходит в 2024 году. Нет рекламы на канале, поэтому свою книгу порекламирую. Ребята, уже более 1 000 000 символов, 40 глав написано, вот просто в любую, если зайти, там уже целая куча. У меня выходит огромная фэнтези-вселенная, по примеру, похожая на «Властелин колец» или «Ведьмака» моего любимого. Вот даже вам просто пример карты, допустим, которую я разработал специально. Тут и название городов, и свои особенности, много всего. Вот, и описание всяких. Короче, очень много всего. К чему я? Я завел телегу и ВКонтакте, куда потихонечку сейчас буду выкладывать оттуда всякие истории. Очень буду рад подписке, ссылка в описании. Для тех, кому нравится фэнтези, и для тех, кому вообще интересно, может быть, что-то мне посоветовать. Книга пока еще не закончена, на этапе редактуры находится. Буду очень благодарен подписке вот в телегу и ВК на выбор куда-нибудь. Ссылка в описании, ну а мы продолжаем. Микрофон, не признавайте. Да, успокойтесь. Вы признаете, что это пранк, она охуела. Нам... На микрофон, блядь, иди поговорись. Девчонки. Короче, да. Знаешь что? Позитив, короче, такой, знаешь, прям угар. Болгарка, это мама, это Филиппа Киркорова. Да, это фишка этой столовой такая. За сотку не надо. Сейчас уже сразу.
Он газанул, видели? Неверно. Газанул. Да, вот я видел белое. Вон там газанул. А для молоденьких девчоночек. Ну и все, яйца, красавчик. Это вообще идет до конца. Красавчик. Просто мне страшно. Короче, Дэнки, подписывайтесь на канал. Облегчили душу. Блин, а знаете, можно в конце выпустить? Вообще, это надо все снимать. Давай следующую идею. Может, еще разочек это снимем? Давайте.
Левую часть просто снимаю, фончиком едем как. Да, Степа красавчик, даже я убежал, Степа снимает. Мы тут так угодили, попали. А тут же какая-то поликлиника, чтобы вы здесь занимаете. Саня, что вы без меня бы делали? Саня, ты все снимаешь. Ты зашли там, подпадывай. Что я ждал, можно успеть, да? Это шутки от Александра Козлова! Поездочка закончилась, сидим с Денчиком в вагоне ресторане. Пьем чаек. Спасибо, что посмотрели видео. Много еще всего на канале будет. Если вам нравится наша коллаба, то обязательно подписывайтесь на канал. На мой, на Дэна. Дэна канал будет в описании. Но вы на него и так подписаны, скорее всего. Вот, так что, ребят, ставьте лайки, будет круто. Пока. Ближе к цели подъезжать. Похоже на какой-то вокзал, херал, морал. Фантом бас, Искандер, it's my fucking... Просто я встаю и вижу, как Денчик застегивает ширинку. Ой, кто-то поедет, иди сюда. Ты красавчик такой, да все, нам некогда нахуй, будет он работать. Денчик красавчик, вообще такой... Я думаю, что сейчас будет? Я стою репу чешу, типа как лох такой, знаешь. Вадим такой, давай пообщаюсь. Я думаю, бля, красавчик, давай. А что сейчас будет, нахуй? Да, вот девушка, не подскажете, они просто в этой одежде могут зайти или нет? Всем здорово, мы подъезжаем к городу Орел. Я тут чуть-чуть поспал. А, в Орле уже, да. Все, прикинь, если сейчас на тебя ссать начать, короче. Серег, беги нахуй, а ты что-то не видишь. Беги, 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 беги. В Курске ночуем. Сиреновым. Че за тревога? Ну, прилеты дронов могут быть. 47 ракетная опасность. Когда мы спали, да, ночью была? Нет, мы еще не спали. Там, помнишь, я тебя ночью говорил, там что-то, какое-то оповещение было голосовое. Ну, на самом деле, очень неприятно, очень неприятно. Хотелось бы, чтобы побыстрее вся эта хрень закончилась. И представляю, как тут люди живут, и в Белгороде ужас какой, вообще в области Белгородской. Ну, в целом, блин,
во всех, все люди, которые с этим контактируют, это, конечно, жопа. Нам просто смс приходит и сирен тут херачит. И то уже как-то, ну, прям очень неприятно. А прикиньте, вот люди постоянно живут. Они уже просто по улице ходят, даже не обращают внимания от сирены. Да, это правда. Ты хочешь сфотографироваться? Это блогер известный очень. Да, у него 1.5 миллиона подписчиков. За жопу его возьми, за жопу. Да-да, за жопу хватай. Вова, хватай его за жопу. А вот этот другой тоже блогер. А что она сделала? Мужик, переодетый в бабу? Ну, удобно получилось. А еще этот, бывает как-то... жопу в аквариум окунул, и мне рыбки депилируют ее. Не, я засолю, правда, сейчас за прикол. Да, будем. До свидания. До свидания. Давайте. До свидания, счастливо, да. До встречи. Будем рады увидеться. Мы будем скучать. Да, я вас люблю. Спасибо. Саша Козлов, мне нравится, когда меня пародирует. Вот он что-то рассказывает там, пытается показать, как он классный. Вот.